Всем привет! Вот-вот, 26 октября будет юбилейный концерт Игоря Крутого. Выступят многие мировые звезды. Давайте в этом видео детально разберем все подробности этого масштабного события. Творческий вечер маэстро Игоря Крутого. Только друзья. Конечно же, ключевой фигурой станет Димаш Кудайберген, артист из Казахстана. Именно 10 декабря он даст сольник на этой же площадке, но сейчас, 26 октября, так сказать, репетиция. Димаш выйдет в качестве гостя. Прекрасная программа. Дима Билан. Неповторимая атмосфера. Вообще же, помимо Димаша, Игорь Крутой также привезет группу А-студио, Ирину Аллегрову, Николая Баскова, Филипп Киркоров тоже будет, Сергей Лазарев, Дима Билан. Споют также Анжелика Барум, Анни Лорак, Интерс Бусулис и другие артисты. Ваши любимые хиты. Мы вас очень ждем. Что касательно времени, если учитывать, что в Нью-Йорке на 7 часов меньше, чем в Минске и Москве, это говорит о том, что когда будет 19.00, 26-го, начало концерта, то у нас в Москве и в Минске будет 3 часа ночи. Что касательно цены на билеты, она была, как по мне, вполне доступной для американцев, потому что самый дешевый билет стоил $105, самый дорогой – 1205. Причем организаторы обещают, что хорошо будет видно и слышно абсолютно с любой точки концертного зала, потому что будут дополнительные экраны, их установят и возле сцены, а также по центру зала вверху. Юбилейный концерт «В жизни раз бывает 65». Программа называется «В жизни раз бывает 65». Действительно, очень грамотное название. Игорь Крутой, напомню, отметил юбилей 29 июля и с тех пор проводит регулярно концерты в разных городах и странах мира. Вы знаете, как по мне, песни Игоря Крутого любят за его какую-то душевную теплоту, за красивую мелодию. Опять-таки, сам по себе Игорь Яковлевич очень хороший человек, доказывает это и тот факт, что он не так давно подружился с Димашем Кудайбергеном, с мировой звездой, которого признали во всем мире. И вы знаете, я просто уверен, что концерт Игоря Крутого в Нью-Йорке станет не только просто самым ярким событием этого года во всем мире, но опять-таки станет репетицией концерта Димаша Кудайбергена, который пройдет на этой же площадке 10 декабря. Его творчество объединяет миллионы людей по всей земле. Кстати, друзья, на этом канале мы обязательно разберем детально концерт, потому что, если быть может, вы что-то пропустите. 3 часа ночи, действительно, время не детское, да? Хотя я уверен, что вы в разных городах, в разных странах, и вполне так может быть, что где-то 3 часа, а у вас как раз может быть и утро. Но в любом случае, детальный разбор будет на этом канале, чтобы ничего не пропустить, не забудьте подписаться. Ну и, конечно же, я искренне ценю и люблю каждого из вас. Огромное спасибо, что со мной на канале. Что досмотрели этот видос до конца. Я желаю вам счастья, успехов, любви и только шикарного настроения. До встречи!